В Автограде впервые пройдут велогонки на Кубок Ильнура Закарина. Соревнования, посвященные знаменитому челнинскому спортсмену, состоятся в рамках первенства Республики Татарстан с 19 по 21 июля. В программе старты юниоров и юниорок мужчин и женщин. Гонки пройдут на дистанциях 8, 12, 24 и 30 километров. Формат будет действительно новый, то есть в рамках этого чемпионата первенства Республики Татарстан мы проведем и Кубок Закарина. Гонка будет из себя представлять критериум. Велогонщики будут ездить по небольшому кругу, всего 2-3 километра. На каждом втором кругу – финиш. Заработанные очки суммируются, определяют результат велогонщика. Соревнования пройдут 20 июля на проспекте Хасана Туфана. Дорогу здесь перекроют с 11 часов. 19 и 21 июля предстоят заезды в Тукаевском районе. Индивидуальная гонка на улицах Металлургической и Моторной. К слову, самого Ильнура Закарина на соревнованиях своего имени не ожидается. Сообщается, что сейчас уроженец Челнов, выступающий за команду «Катюша Альпекин», участвует в «Тур де Франс».